мушу побоялися. Там 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 мушу А чем тебе красавица понравилась? Платьем. Платьем? И добрая, да, она? Да. Спасибо огромное. Очень понравилось. Чем понравился? Очень интересно. Видите, он современно. Шуток много. Да. Очень оригинальная постановка, да, понравилась? Это понравилось. Стилям. Царикин очень хороший. А чем понравилась постановка? Ну, и актерами, и игрой самой. Все замечательно. А детям? Что понравилось вам? Да, они в восторге. Сейчас в Семе. Он первый раз. Ага. Очень понравилось. Очень хороший. А чем понравился? Очень понравилось. Не знаю, как описать. Очень восхитительный спектакль. А кто из героев больше всего понравился? Из героев Кощей очень понравился. А какой он был? Мне Кощей понравился. Кощей понравился, да? Ага. А страшно было? Я подходила вон туда, рядом с сценой. А-а-а. И мне не страшно было. Спасибо большое. Отлично. Чем понравилась постановка? Всем понравилось. И музыка, и вообще игра актеров просто великолепна. Смотрели на одном просто вот дыхание. Дети не отвлекались? Нет. Тут, кстати, первый раз, но мы уже не первый раз сюда приходим, но вот даже не хотела саундтрак. Очень понравилось. Спасибо. Добрые. Очень добрые. Угу. Веселые и такой детский натуральный спектакль. Ага. Как раньше. Кто из героев больше всего запомнился? Волк. А почему? Волк был смешной, сильный. Смешной, сильный. А вам что больше всего в этом спектакле понравилось? Все понравились. Все хорошо играли. Спасибо. А чем понравилась постановка детям? Весело, интересно. Радостно, весело. Отличное. А чем понравился? Всем. И музыкальным оформлением, и игрой всем очень. А удовольствие получили большое. А дети не пытались отвлекаться, куда-то убегать? Наш ребенок нет, потому что он к этому приучен, что такое театр, он знает, как себя вести в обществе. А что понравилось больше всего тебе в этом спектакле? Мне все понравилось. А кто из героев? Волк очень сильно понравился. А почему волк? Ну, не знаю, характер. Характер? А какой хорошо. У него характер? Играет он хорошо, конечно, молодец. Угу. Спасибо вам большое. Прекрасно. А чем очень понравился? Современная сказка нам понравилась, спасибо. Угу. А чем понравился? Мне очень понравилось, вообще здорово. Актерская игра была бесподобная, костюмы были очень интересные. Ну и вообще очень, мне кажется, с юмором так обыграть сказку народу. А с какого возраста, как вы думаете, будет понятен спектакль здесь? Вы знаете, мы второй раз уже на этом спектакле. Вот первый раз он ходил, ему было 5,5, вот сейчас мы пришли ему 6,8, то есть получается через год. Все было понятно, но, конечно, когда 6, он уже более осознанно все это смотрит, и ему это, конечно, очень понравилось. Кто тебе больше всех понравился, Саша? Волк. А почему волк больше всех? Почему многим детям нравится именно волк? Волк, да? Да, да, все говорят, вот либо сказки, Кощей, да? И волк, да. А почему надо... волк? Получается, ну, волк у нас хороший, положительный герой, да? Он же помогает Ивану Царевичу, да? Скромно. Ага, спасибо вам большое.